Привет, я сегодня в бургерной 86. И не подумайте о том, что это будет употребление мясных бургеров. Сегодня здесь есть веганский. И тестировать мы будем вместе с рыбой. Это два бургера, которые сегодня зайдут в топку. И мы их затестим. Сотрудничает большое количество предпринимателей и нашего города, и не только. И хочется прямо отсюда передать привет салон магазина «Ливерпуль». Ребята, вы возите в наш город классный звук, и здесь бургерная 86. Этот классный звук можно послушать. Это Маша. Ну а вот этот, как вы видите, вегетарианский. А что там внутри в вегетарианском? Сейчас мы узнаем. Итак, перед вами два бургера. Это новинки рыбные с щучьим филе и веганский. Кто внутри знает, только слышал о вас. При этом слове вы должны облизнуться и заходить в бургер. Ну и узнаете вы. Значит, веганский и рыбный. Будем пробовать. Чтобы веганский был похож более на веганский, я его обкушал в виде морковки. Сегодня я из общества чистых тарелок. Нужно быть либо абсолютно полностью влюбленным в рыбу, или быть слегка с приветом. Чтобы в бургерной, где есть баранина, мраморная говядина, курица, индейка, кушать рыбный бургер, ну или вегетарианский. Я именно такой.